Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми проводимо черговий конкурс відомого в Миколаєві і в Миколаївській області клубу інтелектуальних ігор. Сьогодні у нас конкурс серед інтернатів міста Миколаєва і Миколаївської області. І хочу вам сказати про те, що сьогоднішній конкурс проводиться за підтримки Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської міської ради, за підтримки асоціації нашої обласної, асоціації відділення творчої спілки діячів естради України і, звичайно, клубу інтелектуальних ігор Університету України. Сьогоднішній конкурс проводиться ще за підтримки громадського діяча Олександра Сенкевича. Ми сьогодні маємо нагоду з ним познайомитись. Він сьогодні є членом нашого журі. Тож я бажаю успіхів вам всім в цьому конкурсі. Хочу представити керівника клубу інтелектуальних ігор Університету України Макаронову Тетяну Олександрівну. Тетяна Олександрівна, будь ласка. Здравствуйте, дорогі телезрителі. Я представляю вам наше сьогоднішнє журі. Это заведующая библиотеки филиала для юношества ЦБС для взрослых Баранова Елена Александровна. Декан факультета экономики и предпринимательства Николаевского межрегионального института развития человека Университета Украины Шлепнев Андрей Николаевич. Общественный деятель Сенкевич Александр Федорович. И председатель нашего сегодняшнего жюри, доцент, заслуженный работник социальной сферы, депутат областного совета Бугаенко Тамила Ивановна. Сегодня у нас играют такие команды. Команда, которая представляет школу-интернат номер 7 санаторного типа команды «Совы». Команда Мешково-Погореловской образовательной школы санаторного типа «Эрудит». Команда «Оптимисты», которая представляет школу-интернат номер 5. И команда «Едность», которая представляет школу-интернат номер 3. А сейчас у нас, ребята, конкурс «Разминка». Богатый жених дюймовочки, самый богатый из всех. Громче. Крот. Крот – это правильный ответ. Бильярдный шест. Кей. Искусство пения. Вокал. Да. Мягкая летняя шляпа. Панама. Наплечный знак на форменной одежде. Погоны. Военных. Погоны. Емкость для бензина переносная. Канистра. Канистра. Смесь лекарственных трав. Отвар. В неготовом виде. Покупаем мы. Как это называется? Несколько трав вместе. Сбор. Сбор. Молодец. Шест для гребли. Весло. Весло. Официальное посещение. Визит. Надпись в кинофильме. Титры. Молодцы, 10 правильных ответов. Спасибо команде. Команда «Эрудиты». Жилище Диогена. Бочка. Бочка. Нога у животных. Лапа. Коробочка для ручек. Пенал. Дерево «Убийца вампиров». Кол. Какой? Осина. Осина. Им кашу не испортишь. Да потом. Масло. Масло, да. Упаковка, в которой шило не утаишь. Ну, куда, если засунешь шило, ну, выйдет. Мешок ткани. Мешок, правильно. Спешите. Комната на корабле. Бух. Нет. Каюта. Каюта, да. Соревнования, которые проходят раз в 4 года. Олимпиада. Олимпиада. Малейшая частица вещества. Молекула. Еще меньше. Атом. Атом. Сливочное, оливковое. Масло. Масло, спасибо. Ров, спасающий бойца. Акоп. Диаметр дула. Калибра. Калибра.
Открытый купальник. Ну, в честь атолла еще назвали, на котором ядерные испытания проходили. А это бикини. Сын Дедала. Икар, это правильный ответ. Из всех орудий выстрел одновременно. Залп. Залп, молодец. Профессия Печкина. Почтальон. Почтальон. Там парятся финны. Бань. Как она называется? Сауна называется. Понимание комического. Чувство юмора. Чувство юмора. Начальная буква имени. Ну, ФИО это что? Аббревиатура. А другим словом? Инициалы. Совершенно правильно. 9 правильных ответов. Спасибо большое. Обувь крестьян в старину. Плетеная такая. Лапти. Лапти, молодец. Королева Голливуда Элизабет. Как? Еще очень много раз выходила замуж. Тейлор, да, молодец. Следуют за осадой крепости. Сначала ее осаждают, а потом ее... Уничтожают. Захватывают. Ну как это называется? Пойти на... Штурм. Штурм. Красочное бразильское гуляние. Карнавал. Карнавал. Наружный покров тела человека. Кожа. Морской разбойник. Пират. Пират. Мастерица кого-то женить. Сваха. Выносные отходы. Мусор. Мусор. Шпионка. Мата. Мата. А фамилия? Мата. Мата. Как же я там? Матахари. Желтая зеленка. Йод. 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 Спасибо, тоже 9 правильных ответов. Слово нашему жюри. Конкурс «Разминка» – это первый конкурс. Начало игры. Команды немножечко разогрелись, настроились на игру. И результат первого конкурса таков. Команда за первым столом «Совы» получает 10 баллов. Команда за вторым столом «Эрудит» получает 10 баллов. Команда «Оптимисты» за третьим столом получает 9 баллов. И команда за четвертым столом «Едность» получает 9 баллов. А сейчас у нас, ребята, конкурс «Перевертыши». Но в этот раз у нас пословица «Старые грабли хуже гребут». Новая. А новом начальнике, как говорят. Новая. Лучше метет, молодец. Хуже брать, чем давать. Лучше брать, чем отдавать. Ну, наоборот, лучше давать, чем брать. Давать, чем брать. Тропу не осилит стоящий. Дорогу. Дорогу. Осилит. Лежачий. Сидячий. Идущий, молодец. Не спешим. Маленькому самолету маленький полет. Большое плавание. Отлично. Каждый плотник своего несчастья. Каждый кузнец своего счастья. Молодцы, 5 правильных ответов. Плохо в гостях тому, кому дома весело. Хорошо дома тому, кому в гостях плохо. Наоборот. А хорошо в гостях тому, кому? Дома. Как? И кому дома плохо. Ну да, кому дома скучно. Плох арбуз до жёлт. Ну что вместе с арбузами созревает примерно? А ещё? Арбуз. В этот период. Хорош виноград до зелен. Соль за спиной ходит. Сахар. Говорят, хлеб. Хлеб. Что не делает? Зачем не ходит? За головой. Куда попадает сушечек, съедает? Желудок. Да, хлеб за брюхом не ходит. У тебя нога тяжела. У меня рука легка. Рука легка, отлично. Закатали бурку,
пологие холмы. Раскатали. Ну? Раскатали Бурку. Бурка как? Вспомните, как эту лошадь назвали полностью. Сивка. Так, сивка. Катали сивку. Что? А, саму еще раз повторите. Укатали Бурку, пологие холмы. Равнины. Ровные. Ну, пологие – это ровные, а бывают какие? Болотистые. Ну, какие? Крутые что? Крутые холмы. Ну, горы. Да. Да? Да. Так, у нас тут 4 правильных ответа. Свою радость ногами сведу. Так. Руками. Ну, сведу, антоним. Разведу. Да, чужую беду руками разведу. Молодцы. Улиточным бегом. Медленным бегом. Ну, черепашьим шагом. Громче. Писать поперек страниц. Между строк. Отлично. Что потолок фасоль? Молодец. Хоть мыло, лишь бы стригло. На что меняют мыло? На шило. Лишь бы? Брило. Да. Да, лишь хоть шило, лишь бы брило. Спасибо. На все вопросы ответили. Осень ночью черна. Весна днем красна. Молодец. И своим и чужим иногда споем. И чужим, и своим мы всегда скажем. Ну, поют и... Танцуем. Да, и вашим, и нашим всегда спляшем. Как француз под Ватерлоу. Как итальянец. Украинский город такой. Как... Что там произошло? Какая битва для кого-то неудачная? Полтавская битва. Так, ну... Как кто? Шведы были, как кто? Швед, помню. Где? Под Полтавой. Как швед под Полтавой. Последний стриж уже делает осень. Первый. Жайва, шпак. Костевка. Первая ласточка. Дальше. Весточка весны. Ну, сообщает. Что первая ласточка? Сообщает. Нет, ребята, она не делает весну. Еще не делает весну. Это вашей сестре под ногу. Это вашему брату под руку. Это нашему. Да, нашему на руку. Брату. В этом конкурсе команды должны были проявить логическое мышление. И вам практически это удалось. Логическое мышление всех команд на очень высоком уровне. Результаты конкурса таковы. Команда «Совы» – 10 баллов. Команда «Эрудит» – 8 баллов. Команда «Оптимиста» – 10 баллов. И команда «Едність» – 8 баллов. А сейчас у нас самый веселый конкурс – это конкурс анекдотов. Закончите анекдот. Можно ли Петру доверить тайну? Можно. Его жена до сих пор не знает, что ему повысили, что? Зарплату. Спасибо команде. Итак, закончите анекдот. Мне нечего надеть, говорит жена мужу. Но твой шкаф ломится. Во всех моих платьях наши друзья меня уже видели. Придется их обновить. Дешевле обновить. Невозможно, друзья. Друзей. Молодец. Закончите анекдот. Как вы представляете идеальную секретаршу? Ей должно быть 20 лет, и у нее должен быть 30-летний... Стаж работы. Молодец. Прекрасно. Закончите анекдот. Правда ли, что счастье не в деньгах? Правда, счастье в их. Количество. Молодцы, правильно. Слово жюри. Анекдоти – цікавий конкурс. Я так вважаю, що анекдоти ми всі любимо. Анекдоти були на таку побутову тему, на життєву тему. Тому, незважаючи на те, що наші конкурсанти сьогодні молоді люди, там зовсім третя команда, зовсім маленький сидить у нас, ерудит. Але ви чудово орієнтуєтеся. І на всі анекдоти наші ви правильно дали відповідь. Тому всі 4 команди – і «Сови», «Ерудити», «Оптимісти», «Єдність» – мають по 3 бала. Підсумок. За 3 конкурсами ми маємо такі результати. «Сови» мають 23 бала, «Ерудит» має 21 бал, «Оптимісти» мають 22 бала і «Єдність» має 20 балів.
А сейчас, ребята, у нас конкурс вопросов «Что, где, когда». Первый чемпионский пояс в боксе появился в феврале 1841 года. Он представлял собой полоску красного бархата, отделанную кожей с прикрепленными серебряными щитками. Что гравировалось на этих щитках? Думайте, ребята, чемпионский пояс. Инициалы победителя. Значит, титул, за который он боролся, звание этого чемпионата. Титул какой был? Может, реально он титул? Нет, не думаю. Первый чемпионский пояс в боксе появился в феврале 1841 года. Он представлял собой полоску красного бархата, отделанную кожей с прикрепленными серебряными щитками. Что гравировалось на этих щитках? Год первого проведения. Но мы думаем, что был там год. Нет, ребята, имена этих чемпионов вот по ходу передали. Вот он стал чемпионом, его имя програвируется. Пеле пользовался невероятной популярностью в Бразилии. Что начали массово делать неграмотные бразильцы, когда он издал свою автобиографию? Учиться читать. Учиться читать, молодец. Спасибо команде. Как французы называют десертное блюдо из свежих сушеных или свежезамороженных фруктов и ягод, сваренных на воде с добавлением сахара? Компот. Нет. Компот – это правильный ответ. Молодчин. Да? В ней готовили еду для всей семьи, а на ней спали дети и старики. Печь. Назовите литературного персонажа, который использовал ее не по назначению. Иван Дурак. Кофей. По моему хотению, по щучьему велению. Вези меня, а кого? Вези меня. Как его звали? Вези меня. Емеля. Емеля, молодец. Спасибо. Слово нашему жюри. Конкурс «Что, где, когда» достаточно взрослый конкурс, и многие ребята справились с ним очень хорошо. К сожалению, я заметил, что некоторые зрители пытаются подсказывать командам. Команде «Совы» повезло меньше всего. Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос вам попался. Честно говоря, я тоже подумал, что год, но это было бы логично. И, к сожалению, вы заработали ноль. Остальные команды заработали по 3 балла в этом конкурсе. Всем спасибо. А сейчас пришло время болельщикам помочь своим командам. И первыми играют болельщики команды «Совы». Закончите анекдот. Жак стоял у доски, и Бойко отвечал урок. Тут Спартак посмотрел на часы и сказал: «Подожди, подожди», – перебила его учительница. «Какие часы? Разве у римлян были наручные часы?» «Да». Только цифры у них были какие? Римские. Да, римские, молодец. Закончите мысль Кребиона. Оставить преступление безнаказанным, значит стать его... Соучастником. Соучастником, правильно. Закончите отрывок из произведения Мирза Шафи. Уж лучше пусть не обретут признание, ни доброта твоя, ни дарование, чем жить овеянным почетом ложным, пред миром слыть большим, но быть... Да. Ничтожным. Ничтожным, молодцы, прекрасно.
вторая команда – это команда «Эрудит». Закончите отрывок из творчества Маршака. Любите жизнь, покуда живы. Меж ней смертью только миг. А там не будет ни крапивы, ни звезд, ни пепельниц, ни... Книг. Да. Закончите анекдот. Сайра увидела подводную лодку и подплыла к матери. Вся дрожит. «Не пугайся, девочка», – успокаивает ее мать. «Это всего лишь банка с...» Людьми. Людьми. Закончите мысль Робеспьера. «Никогда не поднимаются так высоко, как тогда, когда не знают, куда упадут». Большое спасибо. Три правильных ответа. Закончите отрывок из творчества Маршака. «Пускай бегут и после нас, сменяясь век за веком, мир умирает каждый раз с умершим человеком». Да. Закончите анекдот. У вас есть возможность откладывать деньги? Возможность есть. Только денег нет. Денег нет. Закончите мысль Питака. Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей. От детей. Большое спасибо. И остается у нас четвертая команда. Закончите отрывок из творчества Байрона. Спокойный час домашнего досуга, вино, закуска, славный аппетит, камин и книга, друг или подруга. Вот все, чем англичанин дорожит. Дорожит, отлично. Закончите анекдот. Много ли надо бедному человеку? Кусочек белого хлебца, а икра да бог с ней, пусть будет. Черный. Черный, совершенно правильно. Закончите мысль Сяэ. Единственное средство внушить людям сочувствие – это сочувствовать с ним. Им спасибо большое. Как говорится, ум заключается не только в знании, но и умение применить эти знания на деле. В этом конкурсе болельщики показали свои знания, эрудицию, ловкость ума, проявили командный дух и в копилку своих команд приносят следующие баллы. Команда «Совы». Команда «Эрудит», команда «Оптимисты» и команда «Еднис» получает по 9 баллов. А сейчас, ребята, мы приступаем, пожалуй, к самому печальному нашему конкурсу. Этот конкурс посвящается памяти постоянного члена нашего жюри, замечательного игрока нашего клуба, победительницы в самых различных соревнованиях, чемпиону области многократному Евгении Олеговне Ларионовой. Вы ставите цифру от 1 до 4, то есть 1, 2, 3 или 4. Это то количество баллов, которые вы приобретете или потеряете в зависимости от ответа на вопрос. Сначала вы делаете ставки, сдаете мне листики, после этого я читаю вам вопрос. Команды, приготовились? Ваш вопрос. Венгерский чардаш, вербункош, грузинский лезгинка и давлури. Назовите самые известные из украинских. Время. Это действительно гопак, а сейчас жюри огласит ваши ставки. Команды рискнули, каждый выставил себе какой-то балл. И результатом этого конкурса являются такие приобретенные баллы. Команда «Совы» – 4 балла. Команда «Эрудит» – 2 балла. Команда «Оптимисты» – 2 балла. И команда «Едність» – 4 балла. Команди рискнули, деякі команди дійсно добре рискнули і виграли від цього. Тому за підсумками другого етапу нашого конкурсу ми маємо такі результати. Команда «Сови» має 13 балів, команда «Ерудит» має 14 балів, команда «Оптимісти» мають 14 балів і команда «Єдність» має 16 балів. Ви нас почули, команда «Єдність». За два тура команди заработали такі бали. Команда «Сови» – 36 балів. Команда «Ерудит» – 35 балів. Команда «Оптимісти» – 36 балів. І команда «Єдність» – 36 балів.
У нас начинает команда эрудита, потом по часовой стрелке. Ваш вопрос. Сегодня этот город – настоящий музей древности. На стенах отлично сохранившихся домов можно увидеть богатые яркие фрески, на которых изображены бытовые сцены и праздничные шествия. Назовите художника, посвятившего свою картину гибели этого города. Нет, художник. Назовите художника, посвятившего свою картину гибели этого города. Есть ответ? Карл Брюллов. Последний день Помпеи. К сожалению. Внимание! В вопросе есть замена. Бог Ра плавал по небу на золотой альфе. Назовите современную настольную игру, в которой используются 4 альфы. Назовите современную настольную игру. Молодец! Это шахматы! Внимание, в вопросе есть замена. Эскимосы из Канады строят для себя иглу из блоков замерзшего икса. Про какого человека говорят, что у него икса зимой не выпросишь? Ну, жадного. Про жадного, молодцы! Намытка, сарпанок, очипок. Эти головные уборы носили такие украинки. Что в наше время является главным отличительным признаком таких украинок? Подумайте, в наше время. Вот у ваших преподавателей, у некоторых есть такой отличительный признак, а у ваших одноклассниц пока нет. Незаметно. И отличительный признак сейчас. Кольцо. Какое? Обручальное, обручальное кольцо. Кольцо. Молодцы! Спасибо большое. Слово жюри. Шановні учасники конкурсу, жюри дуже задоволені вашими відповідями. Скажу зразу, що деякі питання по деяким конкурсам були дуже важкі. Жюри це визнає. Але ви у нас ерудити, ви у нас освічені діти. Тому жюрі бажає вам більше читати, читайте енциклопедію, читайте книжки, знайомтесь з тематичною інформацією, і ви наступного конкурсу будете переможцями. Дозвольте нам від імені жюрі оголосити остаточні результати всіх конкурсів. І так, сови за першим столом мають сьогодні 43 бали. Бачите, сектор ризику був дуже значущий взагалі для підсумкового результату, тому оцей конкурс дуже багато вплинув на остаточний результат. Ерудит, другий стіл, має 28 балів. На жаль, вони в останньому конкурсі, отримали мінус 7 балів. Оптимісти мають 43 бали. І єдність мають 43 бали. І так, за результатами конкурсів, всіх конкурсів, четверте місце сьогодні займає команда «Ерудит». Вона має 28 балів. Перше місце отримали всі три команди. Команда «Сови», команда «Оптимісти» і команда «Єдність».
Ми зараз порадились із членами журі. Якщо ми маємо перше місце три команди, то, мабуть, за перше місце іде друге місце. Тобто команда «Ерудит» займає друге місце. Вибачаємось. Я пропоную сьогодні вручити призи нашим переможцям. І призи буде вручати представник обласного відділення творчої спілки. Добрий день, дорогі ребята. К сожалению, интересная игра подошла к концу, и результаты вы только что узнали. И я с большим удовольствием хочу провести награждение команд от имени Управления по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета и от нашего творческого союза. Итак, грамотой за второе место награждается команда «Эрудит» Мешково-Погореловской загально образовательной школы-интерната санаторного типа. Победители нашего турнира. Команда «Совы» Николаевской общеобразовательной школы санаторного типа номер 7, пожалуйста. Еще один победитель. Команда «Оптимист» Николаевской школы-интерната номер 5, пожалуйста. И еще один победитель, который тоже боролся и занял достойное место, это команда «Едність» школы-интерната номер 3. Вы знаете, ребята, конкурсы бывают самые разные. Бывают и литературные конкурсы, бывают конкурсы на умение пользоваться рифмами. И вот сегодня я попытался кое-что срифмовать. Без них немыслимо познание. Раскрою тайны мироздания. В них все секреты воспитания, ушедших лет повествования, на ход истории влияние и вечных тайн истолкования, ума живого обаяния, им комплименты и признания. Сегодня наша ода знаниям. Можно аплодировать. И эту оду мы исполнили все вместе. Прекрасная игра, вы хорошо подготовились. Я думаю, что если вы на этом не остановитесь, а будете продолжать тренироваться, то в будущем многие из вас станут профессиональными игроками интеллектуальных игр. Ваши аплодисменты. Месяц назад директор третьего интерната обратился к одному из членов жюри, Александру Сенкевичу, с просьбой оказать помощь в подготовке команды к этому турниру и поощрить ребят за участие. Так получилось, что Александр изъявил желание быть партнером всего нашего турнира и подготовил подарки всем участникам. Пожалуйста, вам слово. Я благодарю за возможность быть сегодня здесь, среди этой интеллектуальной молодежи. Я вижу здесь будущее Украины, интеллектуальное будущее Украины. Каждый из вас должен осознавать, что мозг — это ваш самый ценный ресурс. Самые богатые люди сейчас в мире — это люди, которые достигли своих богатств своим мозгом. Сегодня я хотел бы вручить каждому из вас благодарность за то, что вы работаете над собой, за то, что вы стараетесь и за то, что вы стремитесь быть первым. Хотел бы поздравить и вручить эту благодарность команде «Едність». Прошу аплодисменты, пожалуйста. Команду «Оптимисты», команде «Совы» и команде «Эрудит». Мы подготовили здесь небольшие подарки. Это книги, это большая современная энциклопедия в 10 томах и другие очень интересные книги. Поэтому мы бы хотели их вручить сегодня и сказать, что, как говорил один человек, учитесь, учитесь и еще раз учитесь. А знания вам принесут успех в жизни. Поздравляю!
подарки от нашего партнера Александра Пинкевича. Спасибо огромное, спасибо за поддержку, спасибо за помощь. Давайте еще раз подякуем организаторам этого турнира. Жюри вам бажає нових успіхів. Дійсно, ви майбутнє нашої України, ви наша надія. Тому, будь ласка, навчайтеся, розвивайтеся, не цурайтеся всього українського. Я бажаю вам успіхів, до нових зустрічей, готуйтесь до нових конкурсів. Ну і, звичайно, висловлюємо велике задоволення цією зустрічю і подяку керівнику клубу інтелектуальних ігор Макаронові Тетяні Олександрівні. Дякую.